Немного. Потому что розмарин тоже есть такая черта. Немножко горчит. Если его переборщить, будет не очень хорошо. И укроп. Я вот люблю укроп, но не весь укроп, а вот такой вот волосатый. Он даже может соревноваться с базиликом по украшению. И опять же все свое. Можно перцем ускоривать. В принципе, все. И вот это самое, что мы хотели. Вот-вот.